Ошол 7-10 эртең мененки убакытта ошол биздики улук саат бергенден кийин экипаж өзлөрү конгон комоону билинген эмес, ошон бир аздан кийин эле самолет башка жерге келип кулап калды деген маалымат болгон. Мына ошонун натыйжасында ошол өзүбүздүн коно турган аянтчадан өтүп барып, анан кийин биздин могу Аэрофлот деп аталган дача тилкесине келип түшкөн да. Ну, сегодня вследствие авиакатастрофы поступило в наш стационар 8 человек, из них 7 детей, одна женщина с 2 детьми. Мой братишка Байнур, получается, к ним на день рождения поехал позавчера. И он там остался на ночь. И вот, получается, потом самолет упал, он в их доме был. Сидеть не изволит, телефон.